Всем приветики, ребятки, и мы сегодня с вами поиграем в игру в Роблоксе Pick a Slide, то есть выбери горку в Backrooms обновление. В общем, нас тут встречают и говорят, заходи в портал и выбирай. Так, мы должны выбрать что-то одно. Когда что-то чашки, какой бубу. Ребятки, я так затупила на английском, что решила наконец-то вовремя подумала. Я научилась, да. И я решила перевести игру на русский. Наконец-таки мне будет легче. Фига, вы посмотрите на это. Так, хорошо. Кем бы вы предпочли быть? Очень быстрым, либо сильным? Не знаю. Мне кажется, люди выбрали бы вот сильным, но я бы, наверное, выбрала быстрым. Можно, знаете, так пешочком в другие страны. А нет, голосование сказало, что очень быстрых выбирают быстрее, выбирают больше людей. Nothing here. Спасибо, ничего тут нет. Идем сюда. Какая погода лучше? Поняла. Так, все нормально. Какая погода лучше? Горячая, холодная? Ну, в смысле, холодно либо жарко? Hot or cold? Так. Я не знаю, я ненавижу жаркую погоду, потому что мне холодно становится. Да, я гений, я сказала, что я ненавижу жаркую погоду, потому что мне холодно становится. Я ненавижу жаркую погоду, потому что мне плохо становится. Но в любой момент, ну, с другой стороны... Холодно. Окей, холодно. И я не то выбрала. А, нет. Холод выбирает больше, чем теплый. Мы выбрали правильный ответ. No way out. Тут нет дороги, да? Кому вы врете? Идем сюда, идем сюда, идем сюда. Что страшнее, пауки, змеи? Ну, тут и так, я не знаю, смотря какие ядовитые мне... Ядовитые... Если ядовитые, то и то страшно, но окей. Мне змеи, наверное, больше. Паучки-няшечки. Ну, хотя ужики то... Нет, мы не то выбрали. Да, мы не то выбрали. Уйди. Спасибо. Меня съели. Благодарю. Марина сбежал с временем 38. Мама Марина, ё-моё. Вообще смешно. Ну, ладно, глаз народа говорит, что пауки страшнее. Окей. Ну, а тут сильно спорить не буду. Типа, смотря... Ну, если ядовитые, то пауки, наверное. Хотя не знаю. Все ядовитое, страшное, опять же, повторяю. Продолжаем. Идем. Ой, какие-то тут черкаши. Так, проходим. Сюда. При хранении чашек в шкафу какой путь правильный? Лицом вверх, лицом вниз. Лицом вниз, чтобы вода после мытья... Нет, неправильно, серьезно? Чтобы вода после мытья... Ну, как бы... Ладно, я почувствовала себя тупой, хотя я всегда себя такое чувствую, но сейчас особенно. Я first choice you. А, твое первое... В общем, тут не то, что... Ну, возможно, люди так хранят, ну... Хотя, знаете... В шкафу, наверное, да, все-таки лицом вверх. За кулисье нужны ваши голоса. Первый выбранный вами слайд засчитывается как ваш голос и добавляется ко всем голосам других игроков. Я думаю, что мой голос что-то сделает среди там 4 миллионов голосов. Почему такие высокие ступеньки? Для карликов не сделали подъем нормальный. Как же я буду? А, вот, кстати, эти горки. А что бы вы предпочли? Посылать лягушку, либо обнять змею? Ну, тут опять же, если ядовитые, то не то, не то. Но... И так, ладно. Мне кажется, что люди выбирают это, потому что змеи многие боятся. Да, я была права. Ника всегда права. Ладно, шучу. А, так. Давайте перепрыгнем здесь, а то я сейчас зачитаюсь и... Лучший супергерой. Человек-паук, либо... Железный человек. Оба люди, это уже хорошо. Выберу Человек-паук.
потому что мне кажется, что за него больше голосовало. Да, ну, реально, все правильно. Так, оп, сюда. Проходим. А, кем вы предпочли быть? Младший брат, старший брат? А можно сестра? Я не хочу быть братом. Не хочу менять пол. Я бы хотела быть старшим. Старше. Я всегда хотела старше, всегда хотела себе младшего брата. Но я единственный ребенок в семье. Ну, понятно, понятно. Все выбрали младшим, серьезно. А почему? Младших всегда булят. Ладно, я шучу. Я не знаю, я всегда себе хотела младшего брата или сестру, чтобы, знаете, возить ее куда-то, какие-то эти подарочки покупать, игрушечки. Ну, типа, просто с ней время проводить. Не знаю, не знаю, всегда хотелось младшего. Потому что со старшим может не повезти. Хорошо, младший брат. Выбираем сюда. Оп, ну ладно. Голоса на миллион практически, даже больше. Какой-то тут стул. Так, не туда. Сюда, что ли? Ну, нас сейчас опять обманут. Обманут. Тут написано, что это nothing here. А нет. Блинчики или вафли. Блинчики! Я люблю блины. Да, в принципе. Другие люди тоже любят грибы. Ой, какие грибы, блины! Господи, вот это у меня, конечно, да. Другие люди тоже любят грибы. Вопрос про блины был. А, так, сюда, сюда. Нет. Сюда, что ли? Да, сюда, спуск. Что бы вы предпочли? Дополнительный палец... А, дополнительный палец на руке, либо дополнительный палец на ноге. На ноге, потому что его не так сильно видно. Ну, ну, я бы обошлась без дополнительных пальцев вообще. Не хотелось бы ни то, опять же. О, нормально! Ненормально! Уйди! Чего она такая мелкая? С меня, что ли, в реальной жизни копировали? А, шутки про мой рост, мне кажется, будут актуальны. Всегда для меня. Так. Сюда, сюда. Проходим. Почему мы как будто спотыкаемся, когда прыгаем? А, вот сюда, сюда, сюда. Хорошо, люди выбрали на руке. Не знаю почему. Ну окей, окей. Ух, ё, как расходятся голоса. Оп. Так, ну ладно. О, что там, iPhone либо Android? Ой, вообще. iOS либо Android. Android либо iPhone. Я не знаю. Android. Понятно. Меня забулили. Все, я поняла. Да что ты так оно много? Давай, я к тебе бегу только обниматься. Так. Оп. 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 Ну, больше людей выбирают iPhone. Ну, в принципе, это очевидно, наверное, что... Большинство выбирают это. Так, идем. Ого. Класс. Ну, опрос реально разошелся сильно. Спускаемся сюда. Спускаемся, и я поднимаюсь. Вот это я гений, конечно. Ой, такой потолочек низенький. Чё ты ломаешься? Проходи давай быстрее. Спускаемся сюда. Что вы хотели услышать в первую очередь? Плохие новости? Хорошие новости. Плохие новости. Ну, типа, знаете, когда после плохой идет хорошее. Когда после плохой идет хорошее, типа, тебя радует это. Ну, типа, настроение поднимает. А так, типа, ты только обрадовался, а потом опять загрустил. Ну, не знаю, не знаю. Это тоже такой сомнительный вариантик. Ну, окей. Ой, не туда пошла. Оп, суды. Подъем, дымно, плесень. Почему мне так смешно с этих с голосов? Оп, это выбор? Так. Хорошая новость. Вот, идем сюда. Oldest, oldest. Да, голос два раза тут за хорошее. Ну, если, конечно, я правильно подняла вопрос. Если там просто, что бы вы хотели услышать, то, понятное дело, хорошая новость. Кто хочет слышать плохие новости вообще? Что за мазохист? Так, сюда. А, когда-нибудь ковырялись в носу? Мне кажется, все так делали, не? Разве нет? Пицца Хат, господи.
5 миллионов. Мне кажется, вот эти 1 134 000 человека, они привирают, вот, ну, врут. Что может быть хуже? Ношение мокрых джинсов весь день, ношение мокрого свитера. Для меня, хотя не знаю, свитера. Для меня, наверное, свитера. Да, кстати, для остальных тоже. Так, проходим дальше. О, как называется вид этого спорта? Так, вот этот, конечно, паркурчик. Ить. Сокер или футбол? Сокер? Или это сокер? Это американский футбол, да, вроде как. Ну, то, что без правил. Да, так, что тут будет? О, Гринч, привет! Давай, как же ты меня убьешь? А, ну ты меня просто задавил своим пузом. Ну, я поняла. Сюда. Футбол, окей. Это я просто, я в английском ня-ня-ня. Футбол. Идеально переводит. Угу. Стреляйте в NPC. Тут сказано, что это выход. Можешь его проверить? Ну, попробуем. Выходим. А, где-то уже по 3 идет. Худшее, что можно найти в сэндвиче. Волосы, ошибка. Флай, наверное, там был. Ну, волосы, муха или плесень. А, все остальное, ну, не знаю, если черная плесень, даже смертельно может быть. А, серьезно, нет? Я удивлюсь, если я удивлюсь. О, Фокси, привет! Ура. Вышел из строя. Простите, что мы не посмотрели за тобой. Насекомое, может быть, это чаще всего выбирают. Да. Но плесень на последнем месте. Лучшая золотая рыбка. Пузырьковый глаз, комета, Рюкин. Короче, лучшая рыбка. Пузырьковый глаз, она реально выглядит, знаете, как рыба-молот. Ой, акула-молот. Мне комета нравится. Комета. Бежим к комете. Играем. О, да. Реально, за комету больше всего голосовали, интересно. Блин, в бэкрумсах себя ощущаешь, так, знаете, незащищенно. Лучший стиль джинсов. Свободный, прямо, тощий. Свободный. О! Я думала, что много ответят не за это. На, свободный. Обожаю свободные вещи, в принципе. Мне кажется, что сюда надо прийти. Стоп, что? Что там наверху? Что? А, там еще нет, это просто наше внимание решили отвлечь. Кто выиграет бой? Крокодил, горилла или лев? Горилла? Не знаю, тут надо думать, на трезвую голову не... А, горилла, да. Все, пошлите. Дальше проплываем сюда. Ого, тут глубоко относительно. Самое страшное чудовище. Зомби, вампиры, оборотни. Зомби, вампиры или оборотни. Мне кажется, что большинство выбрали зомби, потому что тут англоязычные, наверное, люди чаще всего сидят. Да, очевидно. Очевидно, господи. О, там проходка? Да, проходка. Нас не смогли отвлечь. Суды. Самый бесполезный ключ. Самая бесполезная комбинация клавиш, либо, в принципе, кнопка на компьютере. F12. Что делать за F12? Не знаю. Alt F4. Самое лучшее. Я не помню, что делать все это. Ну, допустим, pause break. От меня решили не просто избавиться, мне сразу решили просто катапультировать, как, знаете, как космический мусор. Вот вместе с ним полетел. Я космический мусор с
скрыл. Сокращается, типа, скриншот или что? Я хз. А, да. Где мы? Сюда. Или куда? А, тут мелочь. Мелочь, в смысле, ну, не глубокая. Да, сейчас глубокая будет, да? А, нет, все не глубокая. Лучшее место для купания, господи, я прочитала курение. Озеро, ванная, океан. Я океан не особо люблю. Знаете, смотришь в океан и чувствуешь себя небезопасно. Сразу вспомнила манху... Ой, манху. Мангу, незнакомец на берегу моря. А, мальчик там приходил один, смотрел вечно в океан в одиночестве. Не знаю, я океаны не люблю, знаете, потому что... Торнадо, цунами. Варвор, я забежал. Понятно, пофиг. Океан. Потому что мне кажется, что люди так проголосуют. Так бы я бы выбрала озеро. Да, люди так и проголосовали. Я просто не хочу перепроходить. Туда и сюда нету. Дальше. Лучшая еда. Завтрак, обед, ужин. Я не завтракаю, потому что... Потому что, да. А тут... Ладно, завтрак сразу отпадает. Ну, у меня. Я бы выбрала, наверное, ужин. Не, наверное, обед. Обед. Хорошо. Выбираю обед, но мне кажется, что люди выбрали не так. А нет, так. Все нормально. Видите, как идеально. Так, что там, прохода нет? Поднимаемся. Блин, мне так нравятся эти бассейны. Бассейны. Угу, бассейны. Больше всего самое веселое, в общем, на детской площадке. Сису. Это так называется на английском. Типа перевело криво. Не знаю, мне больше всего качели нравятся. Типа, прикольно же. Горки мало где веселые. Да. Все качели ответили. Мне интересно, есть ли тут, которые играют в этот плейс, взрослые люди, но они тоже про детскую площадку отвечают. Лучший Джеков фонарь. Джеку Лантерн перевели так. Короче, лучшего тыквы на Хэллоуин. Ой, мне нравится вот эта, она позитивненькая. Такая миленькая. Да? Нет. О, зима в России? Ну, не во всей России, конечно. Все равно, ладно. Ну, вот это базированный, наверное, базированный. Самый базированный тык. Не, в смысле? Самое страшное, ну ладно, я знаю, Хэллоуин такой праздник. Радиационная арена, ура, давайте. Я не шарю за Бакромса, но что-то произошло такое себе. Очевидно. Ну хорошо, самый страшный, вот этот, значит. Значит, вот этот. Окей. За Си проголосовали меньше всего. А за Б больше всего. Где твой радиационный костюм? Я не знаю. Мне его не... А, уже есть там штаны, просто под толстовкой не видно. Так. О, лучшая игрушка. Единорог. Бабочка, динозавр или радуга. А, это тут поп-ит еще изображен. О, господи, ну если с такого выбирать... Это одно. Тирекс. У меня, помню, был такой. Либо у меня подруга давала, не помню, по-моему, у меня тоже такой был. Ладно. Я удивлюсь, если там будет единорог, господи. Я так удивлюсь. О, привет! Я хотела ему руку пожать, а он не хотел, видимо, этого. Окей, радуга. Да, серьезно, радуга. Окей. Лучший пишущий инструмент. Ой, ну тут, кстати, без вопросов сразу карандаш такой. Не восковой, дефолтный карандаш. О, да. Тут сразу же... Очевидно. Лучшая пиццерия. Домино. Маленький цезарь. Папа Джонс. Не знаю, я вроде в домино пицца обычно ем. Ну, чаще всего из этих всех я знаю только домино пиццу. А, да. Папочка Джон. Какая папа Джон? Папочка Джон. Окей. Так, пиццерия теперь несет другой смысл. Спуск. Где-то там спусочек.
Хочу с желтой скатиться. Не знаю, зачем это сделал. Лучший гамбургер. Бургер для ногтей или из? Походу из. Бургер с зубной пастой. Бургер из волос. Или праздничный световой бургер. А, худший. Из ногтей? А, хотя для... Нет, для меня, наверное, зубной пастой, что ли. Хотя нет, не зубной пастой. Ну, из ногтей так и было бы худше для меня. А, ну, типа, я... Только светодиодный самый нормальный. Ну, типа, его не съешь. Его не съешь. Это вот заминировали. Какой метро? Осуждаю. Лифт, это все в GTA 5. Ладно. Это не Twitch, так что можно быть спокойным. Из волос? Да? Да? Праздничный святой бургер. Меньше всего голосов, по-моему, было. Лучший вкус. Кисло-соленый сладкий. Пряный, это типа острый, наверное. Пришло время подумать. Худший вкус. А, лучший вкус. Для меня... По настроению, но так соленый. Это для меня. Мне, кстати, вот... Для меня настолько соленый лучший вкус, что я даже могу этот... Ну, типа, я могу суши запивать просто соевым соусом. Как вам такое? Найдите мне человека, который так же делает. Хочу его увидеть. Сладкий, наверное, все выберут. Ну, если вот не мой выбор, а просто вот что выберут. Сладкий. Ой, да, как... Как разошлось голосование. Лучший персонаж игры в кальмара. Сон Гихун. Абдул-Али. Ильнам. Канце... она же... Сыбёк, вроде. Не помню. Но 067. Я не смотрела игру в кальмара. Но просто мне нравится, как она выглядит. Она милая. Ну, она просто милая. Понятно все. В общем, ребятки, давайте на такой интересной ноте подведем это видео к концу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. С вами была Вероника Мазо. До новых встреч!